Они защищали Родину. Геннадий Иванович Невельской, российский адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевска на Амуре, детально исследовал устье Амура, доказал, что оно доступно для входа морских судов, а Сахалин является островом, устанавливал власть России на дальневосточных территориях, проживал в своем имении Рогозиниха на территории современного Заволжского района Ивановской области. Партия «Родина. Помним и гордимся».